Всем привет! Психологи говорят, что чувство вины – это самое бесполезное чувство. Однако мы часто любим винить себя в чем-то. Астрологи утверждают, что существует связь между тем, в чем конкретно мы себя виним, и нашим знаком зодиака. Давайте посмотрим, в чем любят себя винить разные представители знаков зодиака. Овен. Овенам важно ощущать в себе смелость и силу. Поэтому, если они замечают за собой трусость и малодушие, они очень сильно расстраиваются. Когда им не хватает сил и воли выйти из зоны комфорта, это заставляет Овна чувствовать вину за свою слабость. Телец. Тельцы очень спокойны и уравновешены. Если происходит ситуация, в которой они не в силах сдержаться, тельцы винят себя за излишнюю эмоциональность, а также срывы. Близнецы. Представители этого знака очень общительны. Когда близнецы расслабляются и проводят время в одиночестве, им кажется, что они теряют важную информацию и винят себя в безделье. Рак. Это очень чувствительные, нежные и капризные существа. Им свойственно принимать решения, опираясь на чувства и эмоции. Но если они делают выбор в пользу прагматичности, они чувствуют винят себя за это и чувствуют дискомфорт. Лев. Львы – это чистолюбивые и эгоистичные люди. Львы хотят, чтобы все шло так, как они скажут. А когда ради лучшего решения им приходится идти на компромисс, они винят себя за то, что изменили своим принципам. Девы. Как известно, девы – настоящие трудоголики, поэтому они очень часто обвиняют себя в безделии и мечтательности. Они способны корить себя за каждую минуту отдыха. Весы. Представители этого знака зодиака очень дипломатичны и не склонны к конфликтам. Но если произошла ссора, весы склонны перекидывать на себя вину и ответственность. В разрыве отношений они также очень часто винят именно себя. Скорпион. Скорпионы склонны жалить себя больше, нежели других. Главная суть обвинений – это чрезмерная тяга к комфорту, безразличие, а также равнодушие. Когда скорпионы проявляют эти качества, они начинают себя презирать. Стрелец. Стрельцы – это люди широких взглядов и жестов, поэтому мельчайшее проявление малодушия с собственной стороны негативно влияют на душевное состояние стрельцов. Козерог. Козероги известны своей невозмутимостью, именно поэтому они винят себя, когда проявляют эмоциональную слабость, идут на поводу у чувств. Козероги очень расстраиваются, когда им приходится отказываться от практичности и идеальности. Водолей. Эти люди ценят свободу, не только свою, но и других людей, поэтому винят себя, когда проявляют собственность и ревность. Рыбы. Для рыб деньги не играют большую роль, в отличие от других знаков зодиака. Но когда им приходится сделать выбор в пользу материальных благ, а не высоких ценностей, они расстраиваются и страдают именно из-за этого.